Перший фестиваль електронної музики пройде на Дніпропетровщині 25 серпня. Діджеї з України, Франції та Швейцарії гратимуть музичні сети 18 годин нон-стоп. Особливістю фестивалю стане ще й місце проведення. Грандіозна вечірка проходитиме на території заводу пивоваріння, що знаходиться у селищі Меліоративне за 30 кілометрів від міста Дніпро. Окрім різноманітних стилів електронної музики, на гостей чекатимуть екскурсії заводом, дегустації пива, фестиваль їжі, танцювальні батли, а також 3D-мистецтво. Августа в 12:00 ми стартуємо. Це Fanatic Brewing Center, територія крафтового пивоварення, завод новий. Совершенно новая территория, хорошо облагороженная, классная такая. Для кого будет это интересно? Это, ну, конечно, для молодежи в большей части, для активной молодежи, которые любят фестивали, в принципе, как таковые, которые бывали на предыдущих фестивалях и хотят все-таки вернуться опять, чтобы это восстановить. Добраться можно на своей машине, там будет парковка для собственных автомобилей. Добраться можно на проходящем транспорте, который едет в направлении Павлограда из Днепра и из Павлограда, соответственно, в Днепр. И плюс будет бесплатная доставка у нас, курсировать маршрутки, ну, автобусы, маршрутные автобусы, да, трансфер, который будет туда непосредственно ехать. Основной фишкой, наверное, будет все-таки лайнап в первую очередь, то есть там будет большее количество людей, которые приедут слушать музыку и которые любят, в принципе, музыку. А вторая дополнительная – это визуальный ряд, будет очень интересный, потому что артисты визуальные у нас тоже редко встречаются, здесь они покажут свое мастерство, это отдельная фишка. И плюс некоторые мы оставим все-таки в секрете, наверное, потому что, чтобы все-таки было там на самом месте получить какой-нибудь там вау-эффект.